Сегодня в ночь с 28 декабря на 29 ОМОНом был захвачен Среднеуральский женский монастырь. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале «Голос правды». Россия считается светским государством. Статья 28 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Посмотрите, пожалуйста, захват Среднеуральского женского монастыря. На данный момент бывший схиигумен Сергий Романов задержан, избит дубинками один из священников по имени Герман, избит людьми в масках, в шлемах, в форме, ну извините, назвать их сотрудниками ОМОНа или полиции, у меня язык не поворачивается. Я не могу представить себе, чтобы, допустим, я мог поднять руку на священника, имама или раввина, короче говоря, на представителя духовенства любой из религий. Я считаю, это святотатство. Так делать нельзя. Те люди, которые так делают, их возненавидят все, так скажем, верующие люди данной конфессии. Это неправильно. Мне эти кадры напоминают какие-то средневековые крестовые походы. Мусульмане как будто бьются с христианами, такое чувство. А на самом деле ОМОН разгоняет монахов и монахинь Среднеуральского женского монастыря, а также его защитников. Знаете, Россия просто скатывается в какое-то средневековое болото. Еще осталось только аутодафе ввести. Ну, это так называемое сжигание на костре еретиков. И тогда будет полный порядок и полное взаимопонимание власти и народа. Друзья, вы знаете, я не поддерживаю бывшего схиигумена Сергия Романова, но тем не менее я считаю, что каждый имеет право исповедовать, согласно Конституции, любую религию, которая ему нравится, и распространять свою религию совместно с другими людьми. Это право гарантировано нам Конституцией Российской Федерации. Получается, что Конституция не соблюдается. Это сплошная фикция. Получается так. Или есть привилегированные религии, а есть менее привилегированные. И менее привилегированные религии будут получать дубинкой от ОМОНа по голове и прочим местам. Вот на этих кадрах я вижу, как верующие люди сопротивляются ОМОНу. Вы знаете, Иисус Христос нам заповедовал, что злу не надо противиться. Кто меч поднимет, тот от меча и погибнет. Я считаю, что настоящий, истинно верующий человек, он может пострадать за правду. Это действительно, это наслаждение, это высшая награда верующему человеку. И вот я сейчас смотрю на этих людей, которые страдают за свою веру, за свою религию. Вы знаете, я считаю, что правда на их стороне в данный момент. Друзья,
Я буду следить за тем, что происходит в Среднеуральском женском монастыре, и буду, как говорится, вам рассказывать, что там происходит. Пишите ваши комментарии, что вы считаете по этому поводу, это беспредел натуральный или так и должно быть в светском государстве, где каждому гарантируется свобода вероисповедания. До свидания, с вами был Олег Бурылов, ваш голос правды.